Ребята, я всех приветствую из Одессы. Сегодня 3 сентября 2024 год. Мы с вами у Черного моря. Посмотрите, какого цвета море. Оно просто какое-то красное. Жаль, камера особо цвет не передает. За счет того, что солнца нет. И оно прям совсем плохо видно. Но море просто какого-то красного цвета. Я не знаю, что с ним. Я не знаю, по какой причине море такое случилось. Пишут, что цветут какие-то водоросли. И даже вчера паблики выставляли, как море светится. То есть вот так люди брызгаются водой. Вот ночью. Ночью. Оно как таким голубым светом. Как, знаете, газ горит. Такое какое-то голубое. Голубое пламя в воде. Посмотрите, какой цвет. Я не знаю, передает камера, не передает. Я лично смотрю на экран. Вижу, что она просто обычного какого-то цвета. По факту вода красная. Я, может, сейчас попробую сфотографировать. Может, таким образом получится кадры получше. Да. Такие процессы. Какие-то происходят процессы в море. Всем хорошего дня. Подписывайтесь на канал. До встречи.